Авторадио Ванкувер. Вы слушаете Авторадио Ванкувер. Hi, people. Мы едем в Стэнли Парк. Говорит Гордеева. Действительно, собрались в кои-то веки. Уже заканчивается Олимпиада, а мы только собрались в Стэнли Парк. Слава богу, сегодня погода распогодилась. Вот, стало быть, можно при солнечном свете разглядеть все красоты этого великолепного природного парка. Кстати, информация для потребителей, для тех, кто собирается, например, в Ванкувер, сообщаем. Здесь очень удобные билетики. Купил, например, на SkyTrain. А потом в течение полутора часов ты можешь вообще объездить все виды городского транспорта с одним этим билетиком и чувствовать себя абсолютно, знаешь, как это называется? Insurance. Какая сегодня? Хорошо. Красиво. Реально, это куст ландышей. Правда, очень похоже на ландыши. Очень красиво и главное, что пахучее. $6.50. Two and a half. Вот на этом славном паровозе до нас только что катался на этом паровозе Писеев, глава Федерации фигурного катания. А сейчас поедем мы. Вот так вот. Он, по-моему, по кругу едет и сюда приезжает. Мне 4 года. Я хэппи. Чуку-трейн, 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 чуку-чуку-чуку-трейн. Останови меня, укачало. A certain party at the station. Satin and lace. I used to call Funny Face. She's gonna cry until I tell her that I'll never roam. So Chattanooga choo-choo, won't you choo-choo me home? Chattanooga, Chattanooga, get aboard. Chattanooga, Chattanooga. Авторадио Ванкувер. Вы слушаете Авторадио Ванкувер.